деревянную, знаешь, с рубашкой, с крапинкой. А, ну ты ясно. Я в восторге просто. А что вот, как ей приться, не расскажешь? Ой, не знаю, люди берут там, на это, как ее покупают и продают. Не, я себе, я забыл, что приться. Меня берут на продажу. Сколько такая стоит? Нет продавца, да? А вот это спутница какая прелесть. Дулёва, наверное. С крыжовником. Да. Какой год-то? 61-й? 63-й. Вот надо вот эту интересную. И ваза на ножке, видишь, тоже. Посмотрим что-нибудь. Мне вот... Ну, мы вернемся к вам. Вот у меня, как у меня такая вот. Ой, только у меня крышка потяжелей. Наоборот, полегче, меньше напрягаться. Раз, поднял. А у вас тут можно мышцу накачать, пока тут вдвоем там поднимаете. Вот эти вот точно зиковские тарелки с голубой каемкой. Блюдечков у вас нет. Вот такая тут есть. Что есть вот такое? Так, песочная или пролетарий? Песочная. Вот что есть вот такое, смотрите, вон внизу. Вот, может, вот его по чашечку под эту. Вон внизу, видите, это блюдечко. Нет. Сколько такое блюдечко? Вот оно стоимость. Отдельно продается, оно вот с этой части. А, оно сейчас. 150 рублей. Это тоже? А это такая. А, ну надо взять. А давайте подешевле. Не, самый край цена. Я уже ее 200 так продал. 250. 150 берите, самое то. Дороговато. Да где дороговато? Вот смотрите. Чайники за 150 покупаем, а тут... А тут вот, чайная пара, вот она тоже 150. Меня ее купят, я не переживаю. Так, сейчас я посмотрю как следует. Смотрите, на состояние, смотрите, вообще отлично. Нигде ничего не царапано, все клеймы целые. Хорошие. Конечно, что сейчас 150? Интересно, почему блюдце с рисунком, а чашечка без? Это, наверное... Это не факт, что это пара. Да. Нет, это пара, это моей бабушке на 100 лет сохранится. Ну, извините, знаю, тут первый сорт, а тут второй. Ну, не знаю, у него вот как стояло, ну, так я и в серванте с ним стал. Не суть, она не подходит, не в этом дело. Так, а вот эти чашечки, бокальчики? Видите, по 100 рублей пара, 150. Это кейс. Вот эти вот. Это холодный. Я вижу барановка. А это у нас... О, вербилки. Красивенькие. Нежненький такой. У вас там память закончилась? Давайте 130 специально для вас цена. Ну давайте, давайте. Правильно? Да. Нам приятно, я продам. Я вам два пакетика. Угу.